Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящую ночь метеоусловия в Среднем Приобье будут определяться относительно сухой и морозной области повышенного атмосферного давления. Субботним днем синоптическая ситуация уже обусловится тыловой частью циклона с юга, куда будут проникать более холодные массы воздуха и отдельные массивы снеговых облаков при температурном режиме немного ниже своей климатической нормы. Днем по округу облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременный снег, температура воздуха от минус 16 до минус 25 градусов. В Сургуте и окрестностях облачно с неустойчивыми прояснениями, возможен кратковременный снег, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 19-22, в окрестностях города 18-23 мороза. 26 января солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба. Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16.